добились того, чтобы заменить множество узлов и агрегатов будущего КАСАГО-2 на образцы техники западного образца, не российского, который отказали, а именно западного образца. И сегодня, конечно, этот спутник более высокого уровня, высокого класса. А кроме этого, еще и в контракт, который заключил тот же НИФ, мы внесли очень много изменений. Страховка вся за российской стороной. До момента принятия Республики Казахстан в собственную эксплуатацию, в штатную. После того, как комиссия нашей страны примет решение о передачи и приемки этого спутника в нашу эксплуатацию, страховые, значит, обязательства уже берет на себя наша страна, и это тоже отработано, и есть специальная компания, которая уже застраховала фактически, фактически контракт готов, полностью отработан, и страховка будет четко произведена. Девушку с собакой обидел наш депутат, все сразу представили милую девушку, милую собачку. Но вот почему-то подозрительно фотографию собаки никто из ватных СМИ не публикует. Поэтому я не поленился, полез в Инстаграм-страничку, посмотреть на оригинальные записи, так сказать. И увидел эту милую собачку. Собачку, надо сказать, не маленькую, собачку, надо сказать, серьезную довольно-таки. И я считаю, что наш депутат прав. Таких собачек нужно вводить в городе всегда в намордниках. Я очень надеюсь, что наши депутаты теперь займутся этой проблемой. Собачку, которая весит больше 5 килограмм или больше 3 килограмм, всех надо обязательно носить именно намордник. Поэтому выражаю свою поддержку нашему депутату, который якобы обидел хозяина вот этой вот псины, бегающий без намордника. Да, такая собака должна не только бегать в наморднике, она должна и спать в наморднике, и есть в наморднике в черте города. Хотите жить без намордника, езжайте в деревню, там вот живите со своими собаками. Спасибо за ваше внимание, спасибо за ваши лайки и комментарии. Подписывайтесь на мой канал, помогайте моему каналу финансово. Обязательно подписывайтесь на Facebook, Instagram аккаунты. И до новых скорых встреч.